Приветствую вас, драгоценная церковь, дорогие братья и сестры, благослови вас Господь. Это слово на каждый день. Матфей 7 глава, 7 стих, Слово Божие говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Слово Божие говорит три важные вещи в этом стихе, чтобы мы просили, мы искали, мы стучали. Это очень важно в нашей жизни. Благослови вас Господь. Первый, Слово Божие говорит: «Ибо всякий просящий получает». Но если это Слово Божие в твоем сердце, и если это воля Божия, обязательно ты получишь. Второе, Слово Божие говорит, что «ищите». Псалом 104, Слово Божие говорит четвертым стихом: «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Бог говорит, что мы искали. И третье, что мы стучили. Что мы стучили? Стучили те двери, которые не по Божьей воле закрыты. И Бог обязательно воздаст, потому что книга Откровения, Слово Божие говорит, что «Сия стою у дверей и стучу». Он сам, Господь, любит стучить наш дверь. И мы могли это, знаете, вот так делать, по воле Господне стучить его двери. Да благослови вас Господь, и я верю, что вот эти три важные вещи, оно важно твоей жизни сегодня. Я тебя благословляю, драгоценная церковь, и хочу, чтобы эти три момента сильно-сильно работало в вашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.